Слава Иисусу Христу! Во веки веков аминь, дорогие братья и сестры во Христе! Приветствую вас в нашей общине Божьего милосердия. С вами отец Якуб. Начинаем нашу молитву сегодня в 3 часа дня, венчики и розарий. И день особый, день Пресвятой Девы Марии, Святого Розария. И по просьбе Папы Франциска этот сегодняшний день, пятничный день, также в том числе и первая пятница месяца, мы присоединяемся с нашей общиной к всецерковной нашей католической молитве о мире и примирении. Просим о этом особом даре Божьего милосердия для нас, каждого из нас, и особым образом о прекращении кровопролития в тех частях мира. Понятно, думаем в первую очередь о Украине, в которой сейчас это особым образом вызывает нашу тревогу, боль, и просим Господа о прекращении всего этого. Читаем сегодня номер 1273. Говорит из дневника. Говорит Иисус святой сестре Фаустине. Иисус, дочь моя, не думаешь ли ты, что уже достаточно написала о моем милосердии? То, что ты написала, это всего лишь одна капелька по сравнению с океаном. Я сама любовь и само милосердие. Не существует нищеты, которая могла бы помериться с моим милосердием, и его не исчерпает никакая нищета, поскольку в момент оказания милосердия оно, милосердие, возвышается. Душа, которая доверится моему милосердию, будет самой счастливой, потому что я сам буду о ней заботиться». Читаем эти слова и просим о даре Божьего милосердия, и которое является всегда, начинается с того и проявляется прежде всего примирению грешников и слабых с Богом. От мира и гармонии, примирения с Богом начинается мир и примирение вокруг нас. Просим об этом даре для каждого из нас, особым образом для всех тех, которые каким-либо образом имеют возможность или как-то повлиять, посодействовать о примирении также между народами. Господи Иисусе Христе, славим и благодарим Тебя за дар Твоего присутствия в пресвятых дарах, дар Твоей любви и милосердия, который изливаешь на нас постоянно через Евхаристию. Ставим в смирении сегодня, Господи, вместе с нашей общиной братьев и сестер, вместе со всей Церковью, стоим перед Тобой сегодня и смиренно просим о даре мира и примирения между народами. Просим, Господи,
окажи нам свое милосердие. Успокой наши сердца. Дай всем нам осмыслить все, в чем участвуем, каким-либо образом являемся свидетелями. Просим, Господи, дай нам встать в истине и понять, каково наше место, в чем просить Тебя, как Тебя служить и что нам делать, Господи, чтобы выполнить Твою волю. Веряем Тебе, Господи, все, что тревожит наши сердца, людей, которых любим, которых знаем, которые страдают различными недугами, тревогами, которые мучают различные вопросы, которым надо принять кое-какие решения. Господи, приносим Тебе наших близких, дорогих нашему сердцу. Веряем Тебя, Господи, всех тех, от кого зависит мир и примирение. А мы должны помнить, что в какой-то степени зависит это от каждого из нас, от желания примириться с Тобою, жить в свете Евангелия, стараться служить, прощать, понимать. И это наш вклад, кроме молитвы, и как сегодня Папа просил, и поста, для того, чтобы наступил мир и покой. Господи, приносим Тебя также все наши молитвы и интенции. Просим за всех, кто сейчас в пути, кто собирается ехать. Просим, Господи, Твоей опеки, опеки Божьей Матери, Божьего благословения, ангелов в дорогу. Просим за нашу общину Божьего милосердия об интенциях, Тебе известно о всех братьях и сестрах, их семьях. Просим, Господи, Твое милосердие. Прости нам, Господи, грехи наши. Дай нам терпение. Особым образом просим за Марию. Дай ей радость сердца, утешение, мир и покой в сердцах. Забери всякого рода тоску, неприятные какие-то ощущения. И дай, Господи, почувствовать Твою любовь и близость. По ходатайству Пресвятой Богородицы, Царицы Святого Розария, помолимся за мир во всем мире, за приходы наши Святого Иосифа в Рыбнице, Рождества Божией Матери в Григоровке, Святой Троицы в Тирасполе, за нашу общину. Просим, Господи, исцели всех наших больных, даруй здоровье души и тела. Веряем Тебе нашу общину во всех интенциях, за всех, кто молится с нами 24 часа о мире, кто просит нас в молитве. Милосердный наш Иисус, услышь наши повседневные молитвы и интенции. Услышь нас, Господи. Дай нам, Господи, истинную веру, нам, нашим близким, нашим детям. Веряем Тебе, Господи, особым же образом тех, кто эту веру, может, теряет, может быть, не чувствует. Просим за дар веры для Виктории. Просим о даре веры для Константина, Ивана. Просим, Господи, помоги всем беременным женщинам, особым образом тех, у кого проблемы со здоровьем. Матерь Господа наша, возьми под опеку женщин, которые имеют риск выкидыша, потери малыша. Сохрани их, дай им здорового мальчика, малыша. Просим за маленькую Сашу и родителей о даре исцеления, о даре веры и крещения для нее и для ее близких. Просим, милосердный Боже, возьми под Твою защиту Антона, Владимира и их семьи.
Просим за всех, кто молится сейчас с нами, кто присоединяется к нашим молитвам. Особым образом также просим за пастырей наших церквей. Просим за Папу Франциска. Просим за наших епископов, пастырей. Просим за все пастырские инициативы, все то, чем церковь наша поместная живет, наших катехизаторов, аниматоров групп живого розария, всех, кто служит ближним, бедным, нищим. Просим за всех сотрудников, добровольцев, каритас, организаций благотворительной, всех, кто занимается беженцами, кто кормит, кто одевает. Просим. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Верю в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марии, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад. В третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает, одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество, возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь,
душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебе в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя. Святая сестра Фаустина, молись о нас. Святой Иоанн Павел II, молись о нас. Блаженный отец Михаил Сапочку, молись о нас. О души верных усопших, по милосердию Божьему, да упокоятся в мире. Аминь. Продолжим нашу молитву, читая святой Розарий. Давайте помолимся по ходатайству Пресвятой Девы Марии, Царицы Святого Розария, за всех, кто читает ежедневно, молится, читая святой Розарий. Помолимся также за приход Святого Розария в архиепархии Божией Матери в Москве. Такой приход находится в городе Владимире за отца-настоятеля, отца Сергея Зуева, и весь приход. Просим также за епархию в Саратове, который сегодня отмечает радость рукоположения в священника отца Дениса. Сегодня был рукоположен вот именно этот диакон Денис для служения в Южной, в архиепархии святого, в епархии святого Климента в Саратове. Помолимся за дарах Духа Святого, верность для него, для отца Дениса, для владыки Клеменса и для всей епархии. Приносим также наши молитвы, интенции, то, чем наполнена и наша жизнь,
чего не осмеливаемся высказать. Просим также за всех наших усопших, о здоровье для Николая и Инны, терпение для Марии. Верю в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад. В третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает. Одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Читаем скорбные тайны Святого Розария, читаем, как обычно. Я первую часть, а каждый индивидуально читает вторую часть. Первая скорбная тайна – молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий. Мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избав нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Вторая скорбная тайна обичевания. Помолимся за всех тех, кто служит каким-либо образом в общинах своих церковных. Это не за священнослужителей, не только за монашествующих, за всех мирян, которые несут служение как катехизаторы, как те, которые помогают, поют органистов всех, кто занимается благотворительностью, кто занимается поддержкой храма. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий, мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избав нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Третья скорбная тайна. Возложение терного венца. Помолимся за всех неверующих, отдаленных от Бога, за всех тех, кто находится в состоянии смертных тяжких грехов, бросил христианский образ жизни, также за всех тех, кто ищет Бога об обращении.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающему, Иисус. Прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Четвертая скорбная тайна, крестный путь, помолимся за всех умирающих. Всех, кто в ближайшее время встретит Господа в вечности. Для нас благодать и добрая смерть. За всех тех, кто не готов на эту встречу. О даре исповеди, обращения, раскаяния перед смертью. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Пятая скорбная тайна смерти Иисуса Христа на кресте. Помолимся за всех усопших, близких, родных, дорогих нашему сердцу. Просим за усопших прихожан, священнослужителей, монашествующих, также за усопших бездомных, одиноких, брошенных. Просим за погибших во всех кровопролитиях по всему миру. Особым образом просим за всех, кто в последнее время ушел к Тебе, Господи. Че наш сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающим, Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Эту первую пятницу месяца прочитаем сегодня, давайте также летанию Святейшему Сердцу Иисуса и акт посвящения Святейшему Сердцу Иисуса всего человечества. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, внемли нам, Христе, услышь нас. Отче Небесный, Боже, помилуй нас. Сын Искупитель мира, Боже, помилуй нас. Дух Святой, Боже, помилуй нас. Пресвятая Троица, Единый, Боже, помилуй нас. Сердце Иисуса, Сына Отца Предвечного, помилуй нас. Сердце Иисуса в лоне Девы Матери, от Духа Святого зачатое, помилуй нас. Сердце Иисуса с Богом Словом, по существу соединенное, помилуй нас. Сердце Иисуса величие бесконечное, помилуй нас. Сердце Иисуса Святой Храм Божий, помилуй нас. Сердце Иисуса обитель Всевышнего, помилуй нас. Сердце Иисуса Дом Божий, врата небесные, помилуй нас. Сердце Иисуса очаг любви пылающий, помилуй нас. Сердце Иисуса правды и любви вместилище, помилуй нас. Сердце Иисуса благости и любви исполненное, помилуй нас. Сердце Иисуса глубина всех добродетелей, помилуй нас. Сердце Иисуса всякой хвалы достойное, помилуй нас. Сердце Иисуса всех сердец Царь единение, помилуй нас. Сердце Иисуса, в котором сокровища мудрости и познания, помилуй нас. Сердце Иисуса, в котором обитает вся полнота Божества, помилуй нас. Сердце Иисуса, в котором отче и благоволение, помилуй нас. Сердце Иисуса, от полноты которого все мы приняли, помилуй нас, сердце Иисуса, вечных высот желания, помилуй нас. Сердце Иисуса, терпеливое и многомилостивое, помилуй нас. Сердце Иисуса, щедрое ко всем Тебе призывающим, помилуй нас. Сердце Иисуса, источник жизни и святости, помилуй нас. Сердце Иисуса, за грехи наши умилостивление, помилуй нас. Сердце Иисуса, оскорблениями нашими преисполненное, помилуй нас. Сердце Иисуса, злодеяниями нашими израненное, помилуй нас. Сердце Иисуса, даже до смерти послушное, помилуй нас. Сердце Иисуса, копьем пронзенное, помилуй нас. Сердце Иисуса, источник всякого утешения, помилуй нас. Сердце Иисуса, жизнь наша и воскресение, помилуй нас. Сердце Иисуса, покой наше и примирение, помилуй нас. Сердце Иисуса, жертва за грехи наши, помилуй нас. Сердце Иисуса, спасение на Тебя уповающих, помилуй нас. Сердце Иисуса, упование в Тебе умирающих, помилуй нас. Сердце Иисуса, счастье всех святых, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, прости нас, Господи. Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, услышь нас, Господи. Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас, Господи. Иисус, кроткий и смиренный сердцем, сотвори сердца наши подобными сердцу Твоему, помолимся. Всемогущий вечный Боже, воззри на сердце Твоего возлюбленного Сына и на хвалу и удовлетворение им принесенные Тебе за грешников. И милостиво даруй прощение грехов уповающим на Твое милосердие. Просим Тебя через Сына Твоего Иисуса Христа, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. О Иисус, милосердный Искупитель человеческого рода, милостиво воззри на нас с глубоким смирением, припадающих к Твоему престолу. Мы Твои, хотим быть Твоими, желая все же еще теснее соединиться с Тобою, каждый из нас сегодня посвящает себе добровольно Святейшему Сердцу Твоему. Тебя многие никогда не знали, от Тебя многие отреклись, презрев заповеди Твои. Сжалься над теми и другими, о благой Иисус, и привлеки всех к Святому Сердцу Твоему.
Будь царем, Господи, не только верных, никогда не отставлявших Тебя, но и блудных сынов, ушедших от Тебя. Приведи их скоро в отчий дом, да не погибнут от духовной нищеты и голода. Будь царем и тех, кого ложные толки ввели в заблуждение или разделило разногласия. Приведи их обратно к полноте истины и к единству в вере. Да будет скоро одно стадо и один пастырь. Также и всех Тебя еще не знающих приведи в семью верующих. Даруй, Господи, Церкви Твоей полное процветание и свободу. Даруй всем народам жить в мире и согласии, чтобы со всех концов вселенной звучало единогласно. Слава Божественному Сердцу, через которое нам дано спасение. Слава Ему и честь во веки веков. Аминь. Дорогие братья и сестры во Христе, всем вам большое спасибо за совместную молитву. Продолжается наша молитва в общении 24 часа. Молимся о мире примирения между народами, особым образом о мире для Украины. Также о здравии для всех наших братьев и сестер, которые страдают. Столько всех этих молитв, столько бед человеческих просим. О Божьем милосердии для нас. Сегодня вечером в 6 часов всех приглашаю на мессу. Завтра суббота, завтра святая месса, как обычно, в 10 часов утра. А венчики розарий завтра в индивидуальном порядке. Святая месса в 10, а венчики розарий индивидуально. И попросим, чтобы Господь поблагословил нас пресвятыми дарами. Эту тайну пресвятую славим в поклонении, древнее установление новым упраздняется, наша вера восполняет чувством недоступное, и родитель, и рожденный мышник возвеличатся, им держава, честь и слава, и благословение, исходящее от обоих, с ними да прославится. Аминь. Ты послал им хлеб небесный, все радости в себе содержащий. Помолимся. Господи Боже, веруем и исповедуем, что Иисус Христос, рожденный Девой Марией, страдавший на кресте, присутствует в святых дарах. Позволь нам черпать из этого божественного источника благодать вечного спасения. Через Христа Господа нашего. Аминь. Confite mihi Domino, caveniam bonus. Confite mihi Domino, alleluia. Confite mihi Domino, caveniam bonus. Confite mihi Domino, alleluia. Confite mihi Domino, caveniam bonus. Confite mihi Domino, alleluia. Confite mihi Domino, caveniam bonus. Confite mihi Domino, alleluia.